Около 100 школьников со всей Ульяновской области, от Старой Кулатки до Димитровграда. 3 дня интенсивного погружения в мир телевидения и блогинга. Встречи с яркими спикерами, мастер-классы, интересные практики и деловые игры. Впечатлений столько, что ими некогда делиться. Ребята приехали не просто так, они точно знают, чего хотят. Я всю свою жизнь, все мои прожитые 16 лет, думала связать себя именно с медиа-направлением, потому что мне всегда, как и, мне кажется, любому ребенку, хотелось, чтобы меня видели мои родители по телевизору. Я недавно пришла в эту сферу. Было очень интересно узнать много нового, поскольку, как немного начинающий медиа-центр. И данная информация будет очень полезна в продвижении, как с техники, как с точки зрения оборудования, как и с точки зрения профессиональной работы. Проект «Лига школьного ТВ» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Основные его партнеры – Министерство образования и воспитания Ульяновской области и издательский дом «Ульяновская правда». Суть проста – собрать всех тех ребят региона, кому интересна работа в медиа, помочь им разработать собственные интернет- и телепроекты и запустить их в реальные СМИ. Слет юнкоров под Димитровградом – только начало долгой и кропотливой работы. У нас запланировано еще более 30 занятий по области. И в июне мы хотим провести большой фестиваль, пригласить гостей из Москвы, с телеканала «Карусель», для того, чтобы уже показать результат работы наших школьных команд. На ватмане во всю стену накиданы десятки идей программ для детей и подростков. Многие из них взрослым и в голову не придут. Все это со временем должно стать реальными проектами, и ребята готовы за них взяться. Единственное, чего им пока не хватает, это опыт. И спикеры проекта щедро им делятся с юными коллегами. Мастер-классы по работе с темами, блогингу, технической оснащенности, технике речи, интервью и, конечно, сразу же практика. Но при этом я напоминаю, что у вас еще часть редакции должна записать диктора в студии с подводкой к вашему вопросу. У нас есть еще буквально 5-7 минут, чтобы потом мы успели все это дело посмотреть и обсудить. Начало положено, первые шаги уже сделаны. Впереди огромное поле работы, но ребята полны энергии и желания стать частью увлекательного мира медиа. И уже совсем скоро регион узнает имена новых звезд отечественного телевидения. Юлия Шагунова, Алексей Шишов, Данил Шагунов, Альберт Балатаев. Новости Улправда ТВ.